18-летняя Валерия, несмотря на юный возраст, активный и целеустремленный человек. Вот уже год она является членом Одинцовского молодежного парламента. При этом не мыслит своей жизни без сцены. Девушка посвятила занятиям в театральной студии фактически полжизни. И участие в конкурсе для нее имеет большое значение. Я 8 лет занималась в театральной студии, сейчас закончила как раз-таки ее и решила, что не хочу отходить от сцены, и вот как раз-таки решила принять участие. Пятый юбилейный проект «Мисс Звенигород» длился чуть больше месяца. Конкурсантки познавали искусство визажа, постигали тонкости ухода за кожей лица. Кроме того, посещали уроки дефиле и различные мастер-классы. За это время девушки настолько сплотились и подружились, что продолжили общение вне конкурса. Очень с ними сдружились и стали как лучшими подружками. Мы даже просто вот после мастер-класса, как раз таки, которые у нас проводились на протяжении месяца, ездим, гуляем в парке в Московске. В этом году заявки на участие подали 30 девушек. На кастинг пришли 15, и всего 5 конкурсанток дошли до финала. Согласно положению о конкурсе, возрастной диапазон претенденток на звание «Мисс Звенигород» от 16 до 35 лет. Я, конечно же, от лица организаторов нашего проекта приглашаю всех жителей, гостей городского округа Одинцово, ближайших районов, приехать 10 числа к нам на праздник, потому что это будет незабываемое шоу красоты, стиля. У нас будут очень разные гости, интересные розыгрыши для наших гостей. У нас замечательная будет развлекательная программа. Финал конкурса «Мисс Звенигород» пройдет в Доме культуры «Захаровский» 10 августа в 15 часов. Вход свободный для всех желающих. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».